Всем огромный привет! Я рассказывала во влогах, что 27 августа у нас открывается первый сетевой косметический магазин «Магнит Косметик». Я была этому очень рада, потому что наши косметические магазины очень-очень дорогие, там нет никогда скидок, не бывает никогда акций, и цены явно завышены, чем в тех магазинах, где большим оптом скупают, и намного все дешевле. Попала я сегодня в «Магнит Косметик». В первый день в открытии, помимо всех скидок, на все было еще 15% скидки, чему я оказалась очень рада. Набрала я, конечно, не только косметические продукты, больше ходила как на экскурсию. Много что понравилось, остановило то, что у меня большие запасы, и в данный момент мне это не надо. Но некоторые средства я была очень рада встретить. И теперь я знаю, что если у меня что-то закончится, теперь есть такой магазин, где я смогу купить. Плюс время от времени там бывают скидочные дни. Например, сегодня нас приглашали уже на 15 сентября и говорили, что будет на все 20% скидки. Дали нам там вот такую брошюру. Те, у кого есть «Магнит Косметик», конечно, для вас это не новость. Наверное, это все естественно и понятно и так, да? Но для меня это было очень интересно. То есть, вот, когда первый раз куда-то попадаешь, это все является очень интересным. Такие брошюрки я привыкла листать в «Дикси», в том же «Магните». Но с косметикой я еще не листала. Ну вот страница у меня открылась. Тут есть три по цене двух. Я, бывает, беру для стирки порошок «Дося». Он у нас около 50 рублей в магазинах. А тут три пачки за 80 рублей. Минус еще было 15% скидки. Ну, представляете мою радость, что я теперь запаслась. Ну, ненадолго, конечно, но таким вот порошком. Вы знаете, он, конечно, недорогой, но мне он нравится. Я беру его часто, можно даже так сказать. Работает он хорошо. Для каждодневных стирок прекрасный. Машинка у меня от него не ломается. То есть, не знаю, мне нравится. Поэтому взяла с огромным удовольствием. Что еще такое практичное и нужное? Я там взяла вот такую чистюлю. Обычно я беру эту чистюлю в фикс-прайсе за 50 рублей пачку. Тут у меня она получилась совсем-совсем что-то дешево. Так, даже вот сейчас скажу. 38 рублей. Мне кажется, замечательная цена. Также уж быстренько покажу для женских дней. Вот такое средство. Я не буду светить долго, просто показала. Ну и из практичного я взяла вот такой вантус. Ну прям влюбилась я в него с такой ручкой. У нас на самом деле дома вантусов нет. Муж категорически против. Он считает, что нужно чистить трубы. Но я считаю, что вот когда небольшой совсем засор, когда что-то немножко попало и протолкнуть, это нужная вещь. Поэтому принесла, говорю, может быть, пусть он у нас будет. Ну, муж сказал, пусть будет. Но им тоже светить тут сильно не буду, портить украшения. Да, все-таки «Магнит Косметик», а я тут вантусы до чистюли, до света дорвалась до косметического магазина. Ну, сейчас будете еще смеяться. Я там купила еще Степе подарок. Здоровый питомец сегодня-завтра. Вот такой корм для стерилизованных кошек и котов с лососем. Мы ему как-то покупали уже такой, он ему понравился. И время от времени мы ему такой покупаем. Так, далее. Ну, наверное, покажу, что же я взяла еще Максимке. Тоже это еще не косметическое. Не знаю, вот мне показалось, карандаши маловато, потому что он очень быстро их стачивает. У него, знаете, любовь к точилкам огромная. И он очень любит точить карандаши. Поэтому, увидев разноцветные такие черные карандаши, как-то привлеклось внимание. И я решила, что нам оно тоже надо. Взяла ему к школе еще два карандашика. И коллекцию два ластика. Один слоник, там было больше. Но остальные у нас уже есть, девочки присылали. Вот один с обезьянкой и слоник. Вот такие два ластика симпатичных. Он еще их не видел. Я думаю, сначала ролик сниму, потом отдам. Так, еще у Максимки. Мне Леночка Никандрова присылала средство от Oriflame.
антисептическое для рук. Вот оно у меня лежит всегда в сумке, и когда мы заходим в какое-нибудь кафе, я использую его, чтобы вот как бы обезвредить от бактерий руки. Максимка всегда хотел, чтобы у него такой тоже был гель. Ну вот я ему такой купила, решила, пусть будет детский. 60 в нем миллилитров, очень симпатичные такие, там гранулы. Гель антисептический, санакция рук, в общем, почти 100%. И я подумала, что в школьном рюкзаке это будет очень-очень нужная вещь. Тем более, тоже был по скидке. У него полная цена была рублей 180, ой, 120, наверное, примерно. А со скидкой около 100 рублей получилось. Ну, хорошее средство, пусть будет. Ну, и нужное, да. Очень понравилась цена вот на такие туалетные воды для туалета. Для освежителя воздуха ландыш и цитрусовый миг взяла. Они стоили тоже рублей 33, наверное. И была еще скидка, опять же, это. И получились они, ну, совсем что-то 20 с чем-то рублей. Так быстро-то я, наверное... А, вот, нашла. 28 рублей они получились. Ну, классно. Вот, давайте я вот сюда их поставлю. Что еще? У меня уже есть такой молодав, но это просилось, очень просилось. Говорит, Свет, возьми меня, очень дешевая. На него была тоже большая скидка. 30 с чем-то рублей, и опять же еще эти 15. Ну, просилась, говорю, ну раз просится, пусть будет. Взяла я себе. Пахнет обалденно. Инжиром и апельсином. Вот где-то написано. Да, аромат инжира и цветка апельсинового дерева. Я не знаю, дав одним ароматом подкупает. Вот так бы вот на столе держала и нюхала. Следующее, еще чуть-чуть осталось. Давайте покажу косметическую маску. Вот такую я давно-давно хотела, именно вот на васильковой воде. Девчонки часто показывали, и мне хотелось. У нас она продается вот недалеко от дома, 90 рублей. Но мне кажется, для такой маски... Не, ну в принципе нормально, если бы я не знала, что они имеют ниже цену. Эта маска мне вышла в 40, по-моему, 8 рублей. Это вообще просто совсем смешная цена. Да, нет, даже со скидкой 41 рубль. Ну как не купить? Теперь у меня будет эта маска и будет мне счастье. Ну и последнее, что я давно хотела. Сейчас я вам покажу то, что у меня есть. Я очень люблю свои вот эти варежки. Пеленгующие, одеваешь обе варежки на две руки обязательно. Льешь полную горсть геля, ну как полную варежку. Потом вот так вот друг об дружку. И себя двумя руками и пеленгуешь, и моешь. Отличное средство. Но знаете, когда моешься, варежки сваливаются. Это очень неудобно. И у меня была мечта, хотела я перчатки. Вот такая мочалка, массажная перчатка. По 55 рублей, опять же, со скидкой это было 40, наверное, 5. Взяла две штуки, но каждая отдельно продается по одной. Теперь у меня на двух руках будут перчатки. Варежки с удовольствием выкину и буду дальше мыться перчатками. В прошлом ролике я показывала свою находку. У меня теперь варежка шелковица. Это вообще просто чудо. Если кто-то не смотрел предыдущий ролик, заказ сайта OnBio, там вторая часть этого заказа. Вы пройдите, посмотрите, что за варежка шелковица. Это просто чудо природы. Настолько классно она. То есть вот эти перчатки, они даже отдыхают перед ней. Вот. Ну, в Магнит Косметик это все. 15 сентября я, конечно, схожу обязательно. Знаете, что меня тут впечатлило? Вот еще прямо одну минуточку внимания. Косметическая тут страничка, вот, на Maybelline. Вот эти две палетки. Сегодня продавалась только вот эта, Nudes. Вот эта цена, минус 15%. У меня она есть. Очень бы хотелось вот эту. Если будет она еще со скидкой 20%, это будет замечательно. И знаете, что интересно? У нас в магазине они больше 1000. Во всех магазинах больше 1000. А тут вот такая замечательная цена. Ну, прям можно представить, как я была рада такому магазину в нашем городе. Вот такой оказался интересный забег-набег на этот магазин. Ну, купила все необходимое. И благодаря своим запасам, конечно, не стала я покупать лишнее, купила только то, что мне было надо. Ну, с удовольствием походила, понюхала, посмотрела,
разведала. Спасибо всем, кто был со мной. Спасибо всем за внимание. Ну и всем пока.